Опа, ща искупаемся. Бубулька. Ой, хорошо-то как в водичке. Ты что тут делаешь? Ты что тут делаешь? Стоп, это что? Это что, я? Да. Это я. Я превратился в спрута, и сегодня я таким образом затроллю своего подписчика на серваке в Майнкрафте ПЕ. Да вы нигде такого не найдете, кроме как на нашем серваке. Сейчас будем прикалываться. Спокойно, ребята, он уже идет. Он что, с удочкой идет? Серьезно? Чел идет на рыбалку. Сейчас мы его удивим. Так, двигаемся как спрут. Мы обычный спрут, да? Мы под водой, все нормально. Офигеть! Правда, я немножко спрут наоборот, это вы сейчас поймете, о чем я говорю. В общем, обязательно лайк этому видосу поставьте, будет бомбово. Чел, ну что, не клюет, что ли? Ну ладно, давай я клюну, так и быть. Давай, 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 давай. Я уже иду на твой поплывок. Давай, давай. Сейчас, сейчас все клюнет у тебя. А ну-ка, опа, сожру, сожру твою приманку. Жесть, мне кажется, он сейчас с ума сойдет, если честно, если он поймешь, что спрут ходит за его поплавком. Спрут, ты воруешь мою рыбу? Конечно, ворую твою рыбу. Ты хорош в ми... Это что такое сейчас? Это, кажись, были мои чернила. Я прям настоящий спрут. Или это должен быть... А, снова, смотрите. Офигеть. Ладно, давайте мы, короче, от него выплываем спокойненько. Все, поймал, 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 поймал. Так и быть, молодец. Давай, давай, тащи меня, давай, давай, давай. Удочка, правда, не притягивает, ну ладно. Ну, не хочешь, как хочешь, я тогда побежал. Все, тогда бегом валим от них. Просто спрут бежит по суше. Как вам такое, а? Это жесть какая-то. Вы посмотрите, как это крипово выглядит. От меня убегает спрут по земле. Серьезно, где ж такое видано? Где ж такое видано? Ребята, предупреждаю, вы это реально больше нигде не увидите, кроме как на моем канале и на моем серваке. Поэтому я вам советую быть подписанным на мой канал, если вы этого еще не сделали. Люди! Да ладно, что ты разорался? Ты что, ни разу не видел, как спрут по суше, что ли, плавает? Он вот так вот делает, вот так вот. Ой, ты меня поймал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, поймал. Ой-ой-ой, давай, все, тащи, тащи. Он что, меня домой тащит, что ли? Я на самом деле притворяюсь. Я просто прыгаю за ним. Он думает, что меня тащит на самом деле. Вот дурак-то какой. Давай, 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 хорошо, все, давай идем в домик. Притянул, молодец, молодец. Вот тебе конфетку, держи. Вот зачем ты меня домой притянул? А, мне вода нужна, между прочим. Ладно, пойду купаться дальше. Все, сейчас здесь будем сидеть. Давайте подождем. Я думаю, он меня не заметит. Это элементарные, да, значит, прятки. Он реально меня не заметил. Так, хорошо, я должен к нему прийти. Просто спрут, прикиньте. Спрут, я превращен в спрут, это нереально. Чувак, ты снова рыбачишь, что ли? Ты же меня уже вроде поймал, все, гордись добычей. Эй, спрут, ты где? Как где? Вот же я, вот, вот он, вот он, вот он, вот, вот. Ты что, не заметил меня, что ли? Спокойно, 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 сидим. Я не при делах, я не при делах. Ну ты посмотри на мои глаза глупые, как я тебя мог ударить? Ты нафига меня бьешь, дурак, что ли? Вот бедного спрута в воду столкнул, зараза. Ты живой? Конечно, живой. Ты же меня удочкой-то не убил же, ну. И рукой ты меня тоже не просто так меня завалить. Да хорош по мне бить, ну я же спрут маленький, беззащитный. Вызываю отдел зоозащитников. Давайте, зоозащитники, выезжайте, спасайте бедного спрута. Так, ладно, на самом деле спрут боевой, я сам могу драться. На-на-на-на-на-на. Все, тихо, 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 спокойно. Я спрут, обычный спрут. Он чел какой-то пришел. Сейчас он, наверное, вообще офигеет. Я в воде. Все, я обычный спрут. Спрут, пойдем со мной. А, все, пойдем, пойдем, пойдем. Я уже не обычный спрут, все нормально. Сейчас он удивится, что спрут пойдет за ним. Он что, реально не догоняет, кто я? О, все, я здесь. Привет, чел. Че, жить у тебя будем, что ли, в доме? Да без проблем. Ты живой? Ты же это уже спрашивал. Моргни, если да. Как я тебе моргну? Я спрут, я не моргаю. Посмотри на мои глаза, они у меня как у дурачка. Давай я подпрыгну лучше. Вот, да, я живой. Во-во-во-во-во. Жесть. Обалдеть. Че, обалдеть сразу? Обычное дело в Майнкрафте ПЕ. Я про такое слышал, но не верю. Где он, интересно, про такое слышал? А что, если у меня на канале? Прикиньте, если он меня смотрит. О, это так будет странно вообще. Ладно, че, чел, давай, я готов у тебя жить дома. О, ты кто, ананас? Давай иди отсюда. Пойдем, я тебе комнату дам. Комнату самому мне, спруту. Ого, у спрута будет отдельная комната в его доме, неплохо. Я двигаюсь как дурак, реально по земле вот так вот. Это жесть какая-то. Хорошо, он мне правда хочет дать комнату, да я вообще без проблем заберу. Да хоть две возьму. Так, что у него тут? Погодите, тут какие-то другие ники написаны, у него совсем другой. Погоди, это точно его дом? Я-то сам себя сюда в приват вписал, он даже об этом не подумает. Это моя комната. Ну, я понял.
Твоя и твоя, и чё, моя-то где? А этих уже нет. В смысле уже нет, а куда они делись? Блин, жалко, я у него ничего спросить не могу. Я, конечно, могу написать в чате, но у него закрадутся, наверное, подозрения. Так, ну ладно, все, спасибо за комнату, вот тебе держи несколько алмазиков, забирай и вали отсюда. Да, Спрут дал ему алмазы. Да, 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 есть такое, ага. Откуда у тебя алмазы? Как-то откуда надобывал? Вон у меня кирка же есть. Вот, смотри, держи. Чё за капец? Я в такое не верю. Да ладно тебе, чел. Ты чё, я тебя ещё и мечом не ударял вот так вот. Ну, ты чё? У меня ещё и алмазный меч есть. Я ещё и могу алмазку надеть, смотри-ка. А что будет, если... Это очень странно, давайте снимем лучше. Алло, блин, чё за фигня, это нельзя. Что нельзя-то? А чё кровать жёлтая, ты можешь мне кровать поменять вообще? Ладно, короче, понятно. Ну хорошо, пускай эта комната будет, вот тебе держи алмазы. И уже иди, я это считаю, что плата за комнату. Давайте у него ещё дом посмотрим. О, ой, я сейчас дверь открыл, да? А есть ещё алмазы? Ну, вообще есть, но я их тебе давать не хочу, если честно. Ты стоп, как открыл дверь в моём привате? Ну, как тебе сказать? То есть... Как открыл дверь Спрут, тебя не волнует? А вот именно вопрос с приватом, это уже другое дело. Ну смотри, я могу вот так вал. Смотри, вот так вот открывать, закрывать, открывать, закрывать. Ну я нормальный Спрут. Это что за бред? Ребята, мне кажется, он в полном шоке. Но зачем мне эта комната? Вот скажите мне, зачем? Я же Спрут, мне нужна вода. Черт, надо ему как-то показать, что мне она нужна. Точно, я придумал. Так, мне срочно нужно найти табличку. Вы же поняли, что я хочу сделать? Так, быстренько. Вход на крышу запрещен, но не в этот раз. Блин, не выпадают эти блоки. Хорошо, тогда сделаем вот как. Здесь же есть верстак, по-любому. Есть верстак. Мы сделаем вот что. Раз, два, оп, три. Опа, табличка есть. Значит так, слушай меня внимательно. Мне нужна вода. Пришел почитать жену, что вычитал там. Как ты поставил табличку? Какая нафиг вода? Так, ладно, не хочешь давать воду, я сам разберусь. У тебя там где-то басик был, да? Как ты ходишь по земле? Это жесть, мне кажется, он сейчас с ума сойдет. Ты нафига меня скинул? Я думал, мы с тобой друзья. Зараза. Прости. Не прощу. Я тебе алмазы. Я тебе, значит, доброе настроение, хорошее настроение. А ты меня скинул? Не ломай мою хату, иначе я тебя закопаю. Сразу угрожать. Так, все, я в воду. Ну, потому что я же все-таки Спрут. Как же это странно быть Спрутом. Представляете, он вообще не понимает, что я человек. Каким образом, вот как можно так? Вот твоя хата. А, спасибо. За это алмазов хватит. Да я тебе и не собирался еще другие алмазы давать. Че, хорош, хорош, все, все. Давайте сделаем вот как. Я сейчас выплыву, и теперь мы подойдем к нему сзади. Я его пихну. Быстренько прописываем команду, выбираем человека и еще раз пихаем. Привет, чел. Да-да, я тот самый ананас. И Владус по совместительству. Где Спрут? Стоп, Владус, это ты? Да, говорю, это я был Спрутом. Ладно, пока. А, кстати, вот тебе еще алмазы. Все, бежим от него. Это было очень круто. Надеюсь, вам понравился этот ролик и вы поставите ему лайк. Получилось очень по-доброму. И мне кажется, мы чувака немножко с ума свели. Если вы хотите больше подобных роликов, вот тут кнопка подписаться. Да, подписывайтесь на мой канал. И эту серию я снимал на моем серваке. ananasmine.ru. Если вы еще на нем не играете, прямо сейчас заходите, чтобы попасть в видос, просто поиграть со мной и так далее. Тут есть много разных приколюх, поэтому жду вас на сервере. Айпишник вы видите на экране. Увидимся в следующей серии. Пока!